В ряде регионов Индии не прекращаются наводнения, и погибших уже несколько десятков. Бедствие началось с приходом сезонных муссонных ливней. Сильно страдает южный штат Керала. Здесь чрезвычайное положение объявлено в 14 районах. 33 человека погибли, еще шестеро пропали без вести. Наш штат никогда не сталкивался с такими разрушениями. Ситуация такова, что нам пришлось одновременно открыть 22 шлюза плотины. Такого раньше не было. Первые этажи домов в низинах затоплены. Люди спасаются на крышах. Помимо обычных служб быстрого реагирования, в помощи населению задействовали армию, военно-воздушные и морские силы, а также береговую охрану. В нескольких районах штата организовали лагеря для переселенцев. Эвакуировано более 30 тысяч человек. Уничтожено около 1000 домов, и вместе с ними все вещи, книги, одежда. Люди переместились во временные лагеря. Политики помогают. Мы получаем одеяло, одежду и другие вещи первой необходимости из других районов и других штатов. Сезон дождей длится в Индии с июня по сентябрь. В стране живет 1 200 000 000 человек, и большинство из них задействовано в сельском хозяйстве. Поэтому сезонные ливни для индейцев очень важны. Но ежегодно у них есть и другая сторона – наводнения, оползни и человеческие жертвы.